Ребята, всем доброе утро. Сегодня 1 января 2021 года. Друзья, от искреннего сердца всех я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Вот все, год крысы ушел, теперь наступает год быка. Как там, серебристого или как это? В общем, в этот год пускай у вас все мечты сбудутся обязательно. Чтобы у вас было сибирское здоровье. Чтобы никогда не подводила интуиция. Вот. И естественно, чтобы всегда оставаться детьми в душе. Ведь когда ты в душе ребенок, только тогда и чудеса, как сказать, осуществляются. С Новым годом! Так, сейчас мы идем в сарай. Я сейчас вам расскажу такую одну историю. Так, не снимает камера, не камера. В общем, рассказываю одну историю. У нас здесь в деревне кошка пришла. Трехцветная кошка, серебристая, рыжая и белая. Ну, такая. В общем, всегда каждый год к нам какая-нибудь живность да и попадает. Так, обязательно в деревню валенки оденем. Вот, в общем, а по поверьям там по всяким разным говорится то, что если кошка в дом приходит, вот она, Маша, Машенька, айда кушать туда. Айда туда кушать, а? Ну-ка, глазки покажи. Машенька, так чем тебе глаз-то обработать, а? Машенька, чем тебе глаз обработать? В общем, по поверьям говорится, если кошка приходит, она приносит дому удачу. Вот, а если она еще остается, это вообще чудо. Вот сама Машенька, мама ее назвала, очень добрая. Вот, кстати, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает о кошках чуть побольше, чем мы. Вот, да, вот у нее тут глазик. Вот такая милашка-симпатяшка. Глазик надо почистить. Да, привести тебя в порядок. Ну, вот такая замечательная кошка. Да, напишите комментарий, кто знает об этих, как сказать, традициях, об этих всяких разных рода поверий. Вот, я думаю, будет всем интересно. Еще раз, друзья, поздравляем вас с Новым годом, уже с наступившимся. Вот у нас еще здесь Кузя. Айда, пойдем. Не здесь он сидит. Вон все собрались. Вася, Василес, айда, к себе туда. Айда, сама, пошли сама. Идем. Вот так вот каждое утро родители уходят, чтобы накормить животных. Утром весь движняк начинается у всех, да? Пошли! Все движняк. Батя, он занимается своими делами, да? А? Я говорю, ты занимаешься своими делами. Все уже? Айда, пошли. Ой, как бежит он. Вообще, кошка интересная, сама по себе животное. Да, мам? Да. Кошка интересная, сама по себе животное. Сейчас я это сперва. Так. Вот тут. Слушай, мама, а чем ей глаз обработать? Как ты думаешь? Глаз чем обработать? У него он текет что-то. Не знаю. А?
Да, давай ты сейчас потерпи пока, ладно? А потом мы тебе его промоем, хорошо? Твой глазик вот тут вот она спит вот. Сейчас надо побольше места сделать, чтобы было. Шило возить надо. Вот это, пожалуйста. Да. Шило, да проволочка, да. Шило давно, да. Ну, не горит же. Есть задача, чего же. Еще глаза не протерли. А работу уже получили. Мне надо. Нет, да. Идем, идем сюда. Идем, Маша. Вот какие. Во. Ну, вон где гвозди, на них он промерзает все равно. Ну как ништяки прессуются. Так поставить надо. А? Да вон там у них. Какахи. Чё, дружище? Вон как замаскировались все. Ты не боишься, что ли, да? А? Мужик? А, мужик? Им здесь тепло, хорошо. Ну чё, в принципе, вот такая вот экскурсия к утренним животным. Куда Машка убежала-то? Будем ждать от Машки чего-нибудь. Как мне ждать? Ну чё от кошек ждут весной? Да? Не уследишь, хочешь, не хочешь? Вот, ты уже сделал. Правильно говорит. Пока ноги здесь увидел, надо сделать. Она на завтра станет, потом завтра напросит нас. Угу. Он тебе тоже надо привидеть. Это тоже упало, да? А? Нет. Такой день упал. О.
Вот. Водичка у них тут. Все как полагается. Вот эти штуки, да. Это кто у тебя? Самцы. Все самцы? Да. Вот это самцы. Самцы. На улице вон. Рез там 5 штук. В этом сезоне. Тетвера тебе привет передала, забыла тебе сказать. Огромный вам привет. Нормально все, хулень. Ну, как, ну когда мы на это ходили на поминки? Спокойнее уж с тем сюгуном. Хоть у нас так свободное время есть. Это же, да. Чего ты вышла? Чего ты вышла? Ты хочешь погулять, да? С утра-то большая на улице. И человек ушел таким, что... Конечно, надо снизить, вам показать. Я первый раз расстроился, блядь, к родителям. А хули родителям? Она со сконося. Туда поехать, в этим... Это классный, как говорится, она уже это... Долго будет. А есть кому ездить, так что? Ну да. Рядышком все. Люди вон за 100 километров ставят хоронят. Это точно. Че, сегодня баню будем топить, наверное, да? Обязательно. Вчера и Бажена. А баня есть. Липовый ед надо. Леник, да нет. На крышу залезть и это.